В регионе прошли первые отгрузки баллонов с ожиженным газом сельским потребителям по льготной цене. Доставить баллоны жителям области планировали еще в понедельник, однако помешали погодные условия. Это правда то, что мы везем опасный груз. Один баллон – это приблизительно 200 грамм в тротиловом эквиваленте. И вы можете представить, если вот наша машина попадет в ДТП, перевернется, там или кто-то в нее врежется, какие будут последствия. Поэтому ГАИ и наши органы ГИБДД, они правильно делают, что в непогоду запрещают перевозку опасных грузов. Газовые баллоны уже были доставлены в половину муниципальных образований региона. Как только экстренная нехватка топлива будет устранена, компания перейдет на плановый режим работы. Так что до конца года баллоны в села будут поступать регулярно. Было поставлено уже 44 баллона. Сегодня, вот пока мы находились на базе Газнефть-сервиса, подошла машина 15 тонн. С Альметьевска параллельно на базу Ульяновск-центр газа также подошла машина 15 тонн. То есть в итоге мы сейчас имеем порядка 75 тонн, это половина потребности ноября. А, опять же, на сегодняшний день уже организована доставка баллонного газа населению. 7 ноября поставлены 963 баллона и 7 тонн газа в групповой установке жирного газа. Это Инзинский и Базарно-Сызганский район. Одними из первых газовые баллоны сегодня получили жители села Салмановка. Для них сжиженное топливо – жизненная необходимость. Пенсионерка Татьяна Бурова, к примеру, использует его и для обогрева, и для стирки, и для готовки. А чего же, неужели на свет готовить на свету? Светом-то плохо. А газ-то получше. Включил и пожалуйста. Сложности с поставкой газовых баллонов начались в регионе 3 месяца назад. Теперь ситуацию, похоже, удалось взять под контроль. Ульяновская правда следит за ситуацией. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.